Салон красоты «Гармония» сегодня распахнул двери для посетителей. Мы рады, что удалось воплотить в Анапе уникальный проект, в котором сочетается красота и воспитание детей. Салон красоты «Гармония» предлагает высокое качество обслуживания для всех – женщин и мужчин, детей и представителей уважительного возраста. Стрижки, укладки, вечерние свадебные прически, услуги косметолога, мастера ногтевого сервиса, визажиста, а также массаж для детей и взрослых и татуаж. Уход от кончиков волос до пяточек – все для того, чтобы настроение весны и обновления обязательно поселилось в душе и каждый посетитель почувствовал себя красивым и ухоженным. Еще одно направление деятельности салона «Гармония» – педагогическое. Преподаватели высшей категории, которые работают как по авторским, так и по государственным программам образования, помогут подготовить ребенка к школе, а также выполнить домашние задания школьникам младших классов. Немаловажная помощь в современном мире для родителей – консультации квалифицированного психолога и логопеда-дефектолога. Планируется проведение тематических семинаров и тренингов для учеников и их родителей. Кроме того, в уютном детском уголке с играми гораздо интереснее проводить время в ожидании мамы. Тут классно, круто, тут играю, тут очень много игрушек, тут подготовка к школе и делаем домашнее задание. В честь открытия салона «Гармония» до конца месяца для посетителей уважительного возраста будут действовать скидки, а также каждое воскресенье все посетители смогут стать обладателями подарочных сертификатов. Приглашаем всех анапчан и гостей нашего города в наш салон красоты «Гармония» с любовью и заботой каждому члену семьи. Добро пожаловать! Салон красоты «Гармония» распахнул свои двери по адресу улица Крымская, 242-Б, вход в арку напротив детской художественной школы.